Преемственность поколений. Каратисты, отец и дочь Рыбаковы успешно выступили на всероссийских соревнованиях в Казани, завоевав медали одинакового достоинства. Кто еще представлял магнитку на крупном турнире и есть ли среди них чемпионы, расскажем далее. Тренировка под присмотром не только тренера, но и папы для Жанны Рыбаковой – дело привычное. На татами девочка буквально с пеленок, а все потому, что папа Николай не просто спортсмен, а сенсей. Занимаются отец и дочь под руководством наставника Сергея Провизиона. Это достаточно хорошо и приветствуется в нашем клубе. У меня занимаются папа и двое его детей. Занимается вот сенсей Рыбаков и его дочь. Еще есть у нас ребята, которые приводят и встают в строй вместе со своими детьми. Это на самом деле мотивирует детей, когда папа стоит рядом. И тем более, я думаю, для Жанны это вдвойне. Не то что мотивация, а такая некая такая ответственность и гордость, что папа сенсей стоит в одном строю. На всероссийский турнир в Казани Рыбаковы отправились вместе. Для Николая это первое состязание после успешного старта в 2014 году в Японии. После долгого перерыва сенсей решил вновь проверить свои силы. Выступать пришлось в абсолютной весовой категории. По боям, хочу сказать, все получалось, все прям шло так, как я хотел. Не хватило, ну, наверное, килограмм 10 мне еще, чтобы выиграть. Потому что на тренировках делаю, все получается здесь. Соперников бью. Я намного легче был, там килограмм, ну, 15 точно разница была. А бью, люди не падают, не пойму почему. Мама кричала. То есть, чтобы он бил, не сдавался, чтобы все получалось. Как и папа, Жанна стала второй в своей возрастной и весовой категории, а вот Матвею Бахтинову удалось завоевать чемпионский титул. Для мальчика это первая победа на столь крупных стартах, и все четыре поединка Матвей провел успешно. Соперник был тоже сложный, как и все. Главное, надо было быть спокойным, хладнокровным и вот, выполнять установку тренера. На турнире Альянса выступали спортсмены со всей страны, всего около 300 человек. Магнитку представляли 7 участников. Четверо вернулись домой с наградами. Елена Старостина, Алексей Абашин, телекомпания ТВИН.